Всем еще раз привет. Сегодня Марина и Ваня, Даша и Кирилл, Настя и Стас, Артем и Ян, Альбина и Ильдар, Никита и Аня собрали друзей на свою свадебную вечеринку. А давайте со всеми ними немного пообщаемся, возьмем у них интервью, будем знакомиться, спрашивать разные всякие вопросики, они будут рассказывать нам истории. В общем, начнем, да? Как зовут вас? Артем. Классное имя. Как меня зовут? Стас? Нет. Юра? Нет. Имя вам знакомо? Да. Александр? Нет. Андрей? Нет. Самое знакомое вам имя в вашей жизни? Дмитрий. Как зовут вас? Ксюша. Ольбина. Представьтесь, пожалуйста. Ксюша. Жанна. Однако, здравствуйте. Я жена брата. Так, классно. Сколько уже в браке? С мужем? Да. Подождите. Алло, агентство неловких ситуаций. Вот какой он такой вот залог счастливой семейной жизни? Что важно помнить, знать им? Ну, антидепрессанты. Чё он сказал? Он говорил, что вы с ним были в Чикаго. Поехали учить английский язык. Как успехи в итоге? Успехи сдержанно. So-so, да, как говорится? So-so, да. Suit. Когда мне было 18 лет, мой job interview suit. Он у меня еще он есть, просто as fun to remember. Ты приходишь с братом? Да. Чей брат? Стаса. Стас часто что-нибудь дарит на день рождения? Хорошие подарки какие-нибудь прикольные? Да. Что дарил? Машины. Все дарил. А ты ему что сегодня подаришь? Доброе слово. И на том спасибо. Меня зовут Вадим. Так, Вадим, как вам это развлечение? Потрясающе. Я проверяю свою... трезвость. Тест заключается в том, что нужно представить так 5 секунд. Вот если посчитаешь 5 секунд, то все нормально. Давай, поехали. Раз. Сказали, что у нас среди гостей будет очень миловидная девушка, которая на самом деле жмет от груди очень много килограмм. Да, это я. Сколько? Самый большой рекорд 55. Смотря на присутствующих, кому еще стоит заняться? Вот? Нужно Ане в это вернуться, потому что это она же меня туда привлекла, в этот пауэрлифтинг. Вот. И ушла? Да. Какой хитрый человек. Ладно. Так, а вы чем занимаетесь? Пью. Я живу в Екатеринбурге, они переехали в Москву, поэтому я не знаю. Вообще хорошие города. Ваша Москва очень большая. Я вообще из Саратова. Нет, в Саратов вы 4 года назад чемпионат вам, наверное, помог. А потому что он не проводился в нашем городе. Это был Саранск. Что делать будешь сегодня? Буду радоваться за Катю с Ромой. Приглашаю Катю с Ромой, если я буду жить все еще в Грузии, на золотую свадьбу встречать по грузинским обрядам. Только дай знать, где ты находишься. Дай знать, и все. Вы приходите с братом. Да, да, совершенно верно, брат. Какие есть прикольные истории, воспоминания? Животрепещущее главное воспоминание – это наша встреча в суде. Ай-яй-яй-яй-яй! Мы слышали, что вы в квестах играете священника. Это было такое. Я свое отбоялся. Отплакался, отбоялся. Есть какой-то верный способ напугать гостей квеста, проверенный годами? Суровый взгляд. Ну нахер. Да, история о том, что Айрат очень хороший учитель русского языка. Был у меня попугай. То когда мы уехали один раз летом, мы оставили попугая им. Короче, когда приехали, оказалось, что Айрат научил попугаю, ну, не очень хорошее слово. И то есть вместо того, чтобы говорить просто кешу, он начал говорить. Вы что, все еще здесь? Интервью-то на этом закончилось. Ну а мы говорим вам пока и до новых встреч. Увидимся. Пока. 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 Все. Пока. Пока. Чтобы они были как Узумаки Наруто и Хьюго Хината, чтобы они вместе шли по пути Хокаги и стали Хокаги потом.